Я буду открывать. Итак, Елена Александровна Савинич, вот, моя духовная дочка, ученица и кандидат наук. Чего не может быть совмещение такого? Как это? Ученица и кандидат наук. При всем том, что все три параметра сошлись. Да, сошлись. Смотри сюда. Итак, здесь под защитой от яркого солнца все эти дни. Фактически, если бы не было вот этих вот простыней, которыми я закрыл, они бы давно сгорели. Сейчас, давай вот сюда, тенечек. Мне уже там на солнце плохо, смотри. Не готовился Они все ничему. как-то плотно сидят очень. Плотно. Сейчас надо умудриться не вырвать его с корнем. Корней там, если что, может быть по пол сантиметра корней. Нет, боюсь. Потом Ну, уже сразу снять. можно в дырочку заглянуть, Нет, мне не в открутить. дырочку, мне нужно капитально показать. Просто я хочу другую снять. Другую, где легко снимается. То же самое. Они все заплыли. Дождь ведь Заплыли, был. заплыли. Дождь был. Так, что же? Какое-то пожертвовать. Да нет, не будем дергать, можно И дело аккуратно. в том, что наступает момент, когда трогаются в рост спящие почки. И это момент, что пора снимать бутылки. А корни уже там есть. Ладно, я рискнул. Оу! О, видела? Видела. Помощница. Здравствуй, Лер. О, смотри, Вижу, ага. немножко пожертвовал. Итак, смотрим. Вот здесь вот росток появился, вот он. Да, есть, есть, Есть. новенький. Еще недельку. И вот здесь я пощупал. Нормальная влажность. Вот, закрываю сначала. Так, еще недельку-две и бутылки я снимаю. Так, пошли знакомиться с этим. Пойдем. Кстати, это, если я тебя называю дочкой, это вон моя внучка. Представляешь, такая смена поколений. Посмотрим, что она принесла. Прекрасно. Это уже Вчера она третий заработала ребенок. 1200 рублей. Вот. Как заработала? Собрала 6 ведер. Как раз хорошо, третье поколение Железовых. Да. Так. Собаки, привет. Господи. У кошек. Так. Или самих кошков. 300 рублей. Ага. Так, это, раз уж ты здесь, давай еще раз знакомься с народом. Я Валерия Сергеевна Громко. Железова. Я. Я Валерия Сергеевна Железова. Она каждый раз говорит, Сергей, я, ну, нормально сказал. Я Валерия Сергеевна Железова. Так, вот, это, ты сказала, что будешь садоводом? Раздумала? Я думаю. Тух, что говорила, буду, теперь думаю. Космонавты, не пойдешь, конечно. Сейчас это не модная тема. Ладно, посмотрим. Так, спасибо за работу. Пожалуйста, я еще буду сегодня собирать. Еще, вот я тебе даже ведра привез. А я вот в этом. Это мое личное. Я тут вот А стояла. это потом как пересыпем. Вот, возьми ведро. Вон там еще одно ведро. Собирай, хоть лопни. Вон Окей. еще ведро. Ладно, помаши людям лапкой. О, пока.